Ни хрена себе звук. Вот теперь я доволен. Нет, тачка получилась красивой. Только теперь надо домой вернуться, сохранить ее. И, соответственно, сохраниться. Черт, я вообще еду на север. Коптить. Ты, по-моему, немножко охренела. Свали с дороги уже, наконец. Ты поцарапала мою точилку. Ладно, ментов я сейчас не хочу привлекать, поэтому не буду никого карать. Нет, тачка получилась классная, посмотрите. Диски идут, как ни странно. Что-то они... Вот она вроде как пресновата по окраске сама. Да, вот такая. Бронзово-черная. Хотя это вроде как синий. Но вот диски дают какую-то такую нотку чего-то. И вроде как не идут в полный резонанс с основным цветом машины. Так что мне нравится то, что получилось. Но она все равно не едет. Даже с турбонаддувом. Может быть, по бездорожью она и будет растекать, но... Сейчас она как-то не особо едет. Еще очень громкая. Зато поворачивать научилась. Ну так, относительно. Сами понимаете. Кто там посмел? Ядрить! Давайте без этого. Я хочу доехать на этой тачке до дома. В кои-то веки. Главное, под электрошокер всяких придурков не попасть, а то я опять очнусь без всего и в трусах. Ну я и так в трусах. Босс приехал тюнинговать тачку в труселях. Ну конечно, конечно, колесо заклинило. Потрясающе. Ну давай. Можно как-нибудь покрутить его хотя бы чуть-чуть? Ну. Давай. Ну ладно, турбонаддув все равно дает такую дикую тягу, что пипец. Ну что с колесом, что без колеса. Все равно едет. Я говорю, тяга тут просто зверская. Нормально у меня басы в наушниках-то долбят с этой песенки. Ну, не совсем целую, конечно, привезли. Она влезет. Она влезет. В труселях просто. Ну что, приехал джип с 25-дюймовыми дисками, оттуда негр в трусах вылез. Ну а кто оттуда еще должен вылезать, в конце концов? Я надеюсь, она сохранится. Я очень надеюсь, что она сохранится. Прям босс. Король мира просто. С рассеченной бровью-то, да. Да в бассейн, придурок.
Так. Я думал, кто-то убрал дерьмо, но нет, оно все еще здесь. Как это можно убрать? Скажите на милость. Ладно, пойдемте, сохранимся. Заканчиваем. Неплохо прокатились, неплохо починили тачку. Ну, точнее, не починили, а затюнинговали. Мне понравилось окончание. Да чтоб тебя, где здесь... Непонятно, ненавижу эти всякие двери. Не видно ни хрена, что где там вход, где там не вход. Естественно, сохранить игру. Да. Проснулся в мокрых трусах. Молодчик. Ну, в общем-то, вот и все. Да. Потрясающий вид. Потрясающий. Блин, у меня классная тачка. У меня теперь реально классная тачка. Надо будет еще додж затюнинговать. А может быть, даже и мотоцикл. Потому что меня бесит такой зеленый весь. Просто. Глянец, зеленый мотоцикл. Да. Такого быть не должно. Надо сделать его хромированным, к чертовой матери. Ладно. Все. Продолжим, когда продолжим. Итак, мы продолжаем. В общем-то, там же, где и остановились. Даже в то же время суток, видимо, когда и остановились. Господи, здесь еще оказывается пуфик для пса. Ну, хорошо, хоть не наложил здесь. И то ладно. Кто там такой наглый? Я сейчас спрыгну же. Надо будет еще затюнить мой додж, потому что это все-таки мой личный транспорт, поэтому сам бог, гангста-бог велел нам затюнить наш додж Charger. Так, опять-таки нифига интересного, надо одеться. Так, во-первых, надо вложить все в бумаги, как обычно, у нас осталось 95 кусков, надо это все вложить. Блин, вот что делать? Ну, хоть на Тревора переключайся. Погодите. Вот это уже интересно. Ты вел самолет, дубина! Господи! Нет, только не падай, чувак, только... Господи... Твою мать! Надо сесть. Я хотел просто продать акции. Какого хрена ты делаешь в самолете, дубина? Тихо. Вот так. Нет. Выруби движки. То сейчас опять взлетишь, когда я буду тут что-нибудь продавать и покупать. Такс. А, чё? Твою мать! Чё за дерьмо? Нет, так дело не пойдет, господа. Ну, хоть у этого какой-то доход. Хотя, я думаю, сейчас можно не продавать это все. Выглядит аппетитно. 65 кусков-то, да? А вот это выглядит минус 40%. Ты что, охренел, что ли, совсем? Какой минимум за всю историю? А я поскольку вообще это дерьмо покупал? Последняя среда, 12 баксов? Чё?
Да вырубите вы этот ганста щит, а? Мне нужно одеться и пойти куда-нибудь, ничего не сделать. Буду ждать, пока этот Animal Arc будет давать мне 100 кусков. То есть буду ждать бесконечно, да. Никакой выгоды. Никакой выгоды тебе, скотина. Так. Одежда. Слишком опасен, слишком опасен. Что за суэк? Ну, давайте вот это. Это уже похоже на автоугонщика. В кои-то веке. Надо как-то соответствовать. Так, можно отсюда выйти. Фигли ты прыгаешься. Ноги сейчас тебя переломаешь, вот на этом твои прыжки и закончатся. Прыжки-рыжки. Так, тачка все еще здесь, это меня радует. Это меня радует, безусловно. Не, вырубите вы это все. Да не так, не так. Надо вырубить по-другому. Я забыл. Да нет, да не УЗИ. Ну, давайте оставим это. Так, куда едем? Давайте немножко попарашютируем. Тут как раз недалеко стоит вертолет. Так что, я думаю, не помешает. Слишком опасно! Все, минус колесо, замечательно. А? Господи, опять! Опять, мать вашу! А, да, я же его не довез. That's it. Walk away like you always do. Я за кого? Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. All right, man, I gotta find some wheels first, dog. Okay, I'll wait here. Good long look at my life, strewn all over the front yard. Thanks, man. В прошлый раз Тревора почему-то испугались. Я сейчас посмотрю, как будет в этот раз. Давай, 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 давай. Плевать, что тачка уже в полном недоразумении находится, но... Надо с этим смириться, я думаю. I'll go to the club, get a few drinks in me, and hope either her meds have kicked in or the gin is worn off by the time I get back. I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? Franklin, man. Good to meet you. I'm Castro. Фидель, опять ты, только не выбегай из тачки, пожалуйста, не называй меня психом, чтобы тебе не пришлось стрелять, и еще ты позвонил ментам в прошлый раз, насколько я помню. Скотина тупорылая. Just the usual psycho female stuff. She thinks I've got another woman on the side. And do you? That's not the point. Oops. She doesn't know that I have one. Okay, guy to guy. Искрометненькая поездочка. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? Maybe in the last century it was. Yeah. I'm good like that. I don't want to embarrass her. Then she goes and literally airs our dirty laundry in front of all the neighbors. I mean, show some class. So let me get this straight, dog. You pissed because she's accusing you of cheating when she doesn't know you cheating, even though your ass have actually cheated. Exactly. It's a lack of trust. She'd be accusing me of it even if I hadn't. I've never done anything at that golf club except play golf. And that's the god-honest truth, which is more than I can say about her spin class instructor. In fact, I wonder if her fat ass is admissible as... If you just drop me off at the entrance here, that'd be great. Все, в этот раз я уже не буду ждать, пока он договорит. Admissible as evidence in court. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Может, просто загонишь мне клуб? По старой дружбе, так сказать. Не за 150 лямов, а просто за $150.
скотину мне еще 80 баксов давай. Лучше поддал мне клюшку, которую я бы всех мочил.